Новости спорта. Во дворце спорта «Видное» состоялись соревнования «Веселые старты» на призы губернатора Московской области. В Ленинский район съехалось 9 команд из разных муниципальных образований Подмосковья. В них приняли участие школьники 5-6 классов. О том, как проходило детско-юношеское мероприятие, в репортаже Юлии Погосян. «Веселые старты» являются зональными соревнованиями и в этот день проходили на всей территории Подмосковья. Одной из площадок традиционно стал Видновский дворец спорта. Принимать у себя встречу такого масштаба задача не из легких, тем более, когда речь идет о детях. Но у Ленинского района уже большой опыт проведения подобных мероприятий. Поэтому все участники и гости остались довольны нашим гостеприимством. Мы постарались сделать так, чтобы все 9 муниципальных образований, включая Ленинский район, чувствовали себя комфортно, чтобы условия были здесь на самом высоком уровне. И мне кажется, мы этого достигли. Не зря эти соревнования носят такое название, ведь они поистине веселые и задорные. Это старты, в которых принимают участие дети разной физической подготовки. И здесь ребенок действительно может проявить себя. И несмотря на то, что каждая команда является друг другу конкурентом, ребята все вместе играли, знакомились и общались. Энергетика огромная, потому что здесь колоссальное настроение, великолепное, радость, веселье. Сидите рады, переживая за каждого. Это весело. Для здоровья хорошо. Выносливость и ловкость. Многие ребята уже не в первый раз принимали участие в веселых стартах. Так, например, ученица 6 класса школы в поселке Володарского Ленинского района в прошлом году в составе своей команды заняла 2-е место на этих соревнованиях. Девочка активно занимается спортом, для себя она выбрала футбол и пропагандирует здоровый образ жизни среди сверстников. Надо быть сильной, надо быть уверенной, надо быть здоровой. Помимо основного зачета самих соревнований «Веселые старты», приглашенные жюри оценивало выступление групп поддержки команд, которые заранее подготовили свои выступления. Для всех участников соревнований были предусмотрены подарки. За призовые места ребят наградили грамотами. А кубок победителя среди 5-х классов взяла команда из Воскресенска и 6-х из Раменского. Это задор детский, это дух соревновательный. Вот так в игровой форме удается приобщать школьников Подмосковья к спорту. Ребята с пользой провели свое свободное от учебы время. И наверняка многие из них после этих соревнований попросят родителей записать их в какую-нибудь спортивную секцию. И здоровых детей станет больше. Юлия Погосян, Алексей Ильин, Елена Кошелева. Видное ТВ.